Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео по открытиям кейсов CSGO. С вами сегодня Качета Кофе, со мной сегодня Андрюшен Дефай и, конечно же, Серега Болотов. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Ку-ку. А ты не мог, Андрей, как-нибудь по-другому, может быть, немного как-нибудь, ну, приветливее, что ли, знаешь? Олег, так и надо, понимаешь? А то как-то, на самом деле, грубовато прозвучало даже, знаешь, ну ладно, ничего страшного. Грубовато было бы, если бы не прозвучало. Ну, кстати, да, тоже верно. Короче, ребят, сегодня у нас будет очень крутая серия, очень насыщенная и, конечно же, безумно дорогая. А все почему? Все потому, что сегодня... Для начала, для разгончика, для разогревчика мы открываем с вами 50 призма 2 кейсов. Ну а потом переходим к контракту калаша AK-47 Wild Lotus, который стоит 2500 баксов. Я надеюсь, у нас получится его сегодня скрафтить. И, ребят, я еще раз хочу вам напомнить. Я каждый ролик говорю одно и то же. Если вы хотите, чтобы мы скрафтили, попробовали скрафтить АВП Гунгнир, вам всего лишь что нужно просто под предыдущим, точнее не под предыдущим, а уже получается... Под предыдущим. На ролике, где мы открывали все кейсы в CSGO, собрать 50 тысяч лайков. И все. Вот на этом ролике, ребят, всего лишь нужно собрать 50 тысяч лайков. Там 2000 лайков топить надо. Я уже говорю, это второй ролик. Вы реально не хотите, чтобы я потратил столько денег? Я даже удивлен, хочу. На самом деле. Ну ладно, это ваше дело, ребята. А у нас сегодня будет, ребята, очень... Так, Олег, хватит эти демагоги за дело. Давайте, парни, за дело, реально, приступаем. Ребята, еще хочу сразу сказать, не смотрите на мой лоб, у меня открывается портал в другое измерение. Не обращайте внимания, это совсем типичная ситуация. Фокуса урона, да. И прямо... Да, конечно. Конечно, калаш, нафиг он нам нужен вообще. Нравится, конечно. Конечно, Андрюша. Олег, тебя жизнь ничему не учит? Вообще ничему не учит, Серег. Я привык наступать на одни и те же грабли, понимаешь? Нет, тебя в психушку надо. Нет бы кейс поменять. Ну что это такое? Реально, что ты кейс не поменяешь? Глупый, что ли? Я прям конкретно хочу добить этот кейс, понимаете? Прям подхнуть его. Ну-ка, поменяй кейс. Да нормально. Уже поздно, пацаны, менять кейс. Уже все закуплено, понимаете? Закуплено, да. Уже все закуплено. На самом деле, ребят, я очень ценю вашу поддержку. Реально, огромное спасибо за то, что вы ставите лайки, комментируете видосики, делитесь ими со своими друзьями. Да, вот, Олег, я вот сейчас пойду поделюсь со всеми. Когда вот на фоне этого... Греет уши? Зачем тебе уши греет? На своих экранах мы получаем синеву, мы сливаем деньги. И так каждый раз, так реально, раз за разом, понимаете? Так, ладно, пошел я друзьям рассказывать про видосы. Сейчас пойду. А друзья, они очень есть вообще, Андрей, нет? А где твои друзья, Андрей? У меня кругом все враги, нахуй, я врагам пойду скажу. Так, темнокрыл СГ, ну это хотя бы уже не синева. Вот, кстати, вспомните просто даже предыдущую серию, где мы открывали кейсы, вот нам что-то выпало? По-моему, нет, по-моему, нам нифига вообще не выпало. Не, что-то фиолетовое было. Нет, ну фиолетовое. Ой, красное пролетело, ну конечно, да. Что я сделал-то опять? Ай, ну что это такое? Меж калашками. Да почему? Да этот калаш мелькает сегодня просто уже раз пятый точно. Почему он выпасть-то не может? Но я же вижу, что он хочет прийти ко мне. Значит, ты не заслужил. Я же вижу это. Ну конечно, снова тайна у нас пролетела, да? И привет, синева. Ну, ребят, понимаете, это обычное явление, ничего нового. Да фастом, просто фастом. А я говорил, да, что мы сегодня 50 кейсов еще открываем, да? Да, ты сейчас сказал, что у нас сегодня крафт дорогой, да? Да. Не, крафт, что дорогой, это я говорил, а то что, я не помню, просто уточнял ли я количество кейсов или не уточнял. Да, уточнял. Ну ладно, хорошо, спасибо, Андрей. Да, ты просто фастом все открыл. Фастом. Пацаны, обожаю синева, вот реально просто. Вот синева, фастом реально, все, фастом мои все. Мои самые любимые пушки, это синева, вот реально. Вот. Так что нужно сделать, Гейб? Вот скажи, пожалуйста. Не открывать. Ответь мне на звонок или напиши мне на почту. Вот что нужно сделать, чтобы... На Икзолу ответь. Что нужно сделать? Да, интересно. А что же вы... Наконец-то последний ключ, все, давай, и пошли куда-нибудь в другое место. Кстати, пацаны, без дропов, мне кажется, что уже 1000 призма 2 кейсов я уже открыл. Вот, и, собственно... не дошло чуть-чуть. И, собственно, надо посчитать. Зачем я это сделал? Я вот реально не понимаю. И ничего, Олег, не выводит на нахуй. О, подожди, это, по-моему... О, это вторая фиолетовая пушка за всю серию, пацаны. Вторая только, вау. Ребят. Ооо, диглоид, отлично. Диглоид? Я говорю такого слова дебильного научил, диглоид. Я не знаю, где-то он вышел, наверное. Дебилоид какой-то научил. Типа, да.
Я не знаю, где ты можешь это смыть. Блин, ребят, я честно не знаю, что с этим делать. Это просто... Да ничего, закрывать и идти. Смело можно просто удалять КС-ку, типа, и все. Ну, а вообще... А гейсов-то становится все меньше и меньше. Неплохая, кстати, коллекция. Потратил, да, сколько сегодня было потрачено? Времени? Денег. Денег? Ты реально хочешь знать, сколько я потратил сейчас денег, ну, на, да, эту серию? Да, 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 говори, говори. Ну, смотри, начнем с того, что 2 МПП... Опачки. 500 рублей, вау! Надо больше о деньгах говорить. Ну, это хорошо, это в любом случае хорошо, это лучше, чем нам выплатить. Не, Олег, знаешь, что лучше посчитать? Сколько вообще ты потратил на призму кейси? Нет, я могу сказать, сколько я потратил на эту серию, сколько я потратил всего на призму 2, я не вспомню, но призм... вот на конкретно на эту серию сегодня, смотри... 2 MP5, ой, какие MP5, MP9 у нас, каждая по 25, это получается 50, плюс 8 Идиотина. Еще скинов розового качества, да, то есть засекреченного для крафта, это еще где-то плюс, ну там 12, тупая. 14, где-то так, то есть, ну, ну, короче, в сумме где-то 70 тысяч на серии ушло сегодня, да. Жесткий, жесткий. Ой, кабина ты. 70 тысяч рублей. Я знаю, что надо было делать. 70 тысяч рублей! Олег, ребят, поставьте, смотри, пожалуйста, сегодня лайк. Ты столько тратишь денег на серию, давай мы просто соберем все твои средства и сделаем поле чудес. И ты будешь в роли ведущего на стриме, и будешь там и говорить, и вы выиграли автомобиль! Ребят, реально, я вас прошу. В этом, Олег, гораздо больше толку, чем в твоих кейсах. Потому что вы сами видите, сколько денег ушло на эту серию. Реально, просто сами посчитайте, и вы будете просто в шоке. 70 тысяч рублей! Это гигантские, это огромные деньги! Олег, приору купишь и разыграешь? Реально, за эти деньги можно реально тачку купить. Ой, как это неожиданно и приятно. Сейчас выпадет синева. И у тебя, Олег, на стриме будет ходить, тёлки буквы открывать. Знаешь, так где-нибудь в студии. Буква К и слово К. Петух. Кабан, бля. Дигвой. Большое увесистое животное. Сам ты дигвой, что ты называешься, Серег, сам ты дигвой. Дигов. Лучше бы кабанов покормил бы на эти бабки. Бладанты, пацаны. Смотри, уже второе оскорбление с помощью слова дигл. Диглоиды и дигладанты. Погнали, давай, давай! 10 кейсов, пожалуйста. Вот вы решающие просто в этой серии, вы должны что-то нам дать. Я понял, спасибо. Говно. Спасибо, давайте еще. Ну давай. Так ладно, выхожу из Дискорда, значит, уже скорее ничью. Да погоди, стой, может, что-то и выпадет. Да что, сраная синьку смотреть. У нас дальше еще контракт там, тем более, Андрей делает. Я контракты не подписываю никакие. О, опять тайное вначале было. Я контракт только с юристами подписываю. Так я юрист. Да какой ты юрист, ты, ты дигвоид. Реально. Да блин, да почему? Я реально думал, сработает, если я так скажу. Ну ладно, ладно, парни, на самом деле в этом кейсе лежит нож. Я вас просто все время вводил в заблуждение специально, чтобы вот из этого кейса получить... Кабанчик там лежит. Кстати, знаешь, что забавно, когда я говорю... Наш кабанчик. Нет, когда я это говорю, падает не синева, пацаны. Поэтому я буду продолжать долбить эту тактику. Смотри, пацаны, ну я реально все это время специально оттягивал, чтобы, ну, вот выпал... Ну, он не работает. И последний кейс на сегодняшний день. Кейс кабан. И мы получим, надеюсь, что-то приятное. Пожалуйста, гейм. Спасибо. Изи. Спасибо, Кейп, спасибо большое. Итак, ребята, настало время перейти к контракту. И прямо сейчас я буду закидывать все пушки. Ой, прям вот страшно на самом деле. С них наклейки сними. Итак, друзья, собственно, прямо сейчас на своих глазах вы увидите, как я уже буду второй раз пробовать скрафтить этот коллаж. И я надеюсь, что именно во вторую попытку он нам выпадет. Иначе это, конечно, будет супер. Да, иначе будет неприятно. Я потратил очень много денег. И, в принципе, наверное, если нам сейчас сегодня ничего не выпадет, я просто забуду этот день. Ну, хотелось бы, чтобы я забыл этот день навсегда и не вспоминал о нем никогда. Потому что иначе это мне еще потом монтировать. Это я в любом случае еще пересмотрю, если нам ничего не выпадет. Давай, давай, давай. Короче, давайте реально как-то уже, наверное, перейдем к контракту. Просто реально очень страшно. 70 тысяч вот просто вот в этих картинках.
сейчас лежит, и мы можем получить 2500 баксов. Ну, реально могли бы приору купить. Рублей. Этой кнопки. Но я на самом деле очень сильно хочу этот класс. Олег, давай стой, Олег, стой, Олег, давай все, смотри, продавай все, пойдем семерку купим. А какой так, Андрей, нет, все, уже все, нет, назад дороги нет. Все, давай. Короче, нам может выпустить либо ТЗшку Виктория, либо нам падает АК-47 Дикий Лотос. У нас 20% контракт, ребята, и я надеюсь, что нам повезет. Я надеюсь, вы готовы. Давайте отчет, дайте, пожалуйста, отчет. Раз, два, три. Нормальный отчет, можно, нет? Раз, два, три. Да нормальный отчет! С интригой, чтобы было, давай! Раз. Два. Три. Три. А, подожди. И куда ты нажал? Она сверху, погоди. Да. Закрывай глаза, Малек, тебе скажу. Все, выходи из КС-ки, забудь. Я закрыл глаза, я ничего. Давай, крути наверх. Просто лох. Да почему? Ну, Гейб, ну ты... Да что нужно сделать? Что? Ну, это такой тип, пацаны. Минус 70 тысяч рублей, плюс 500 рублей, классно. Собственно, после такой неудачи мы, конечно, перемещаемся на сайт forcedrop.top. И сегодня мы здесь будем крутить, пацаны, кейсы. У нас на план 4500 рублей. Ну что, парни, давайте попробуем открыть с вами какой кейс. Какой? Давай, говорите, какой кейс. Давай, тут подписчики предлагали, знаешь что, коллекция. Вот там давай, пальма такая коллекция нарисована. Коллекция в самом низу, так я понимаю? Да. Давайте, так. Вот, открой хоть что-нибудь. Вот эти коллекции, да? Да, вот эта пальмочка. Давай вот эту коллекцию откроем. Здесь у нас есть АВП Гунганир. Кстати, ребята, между прочим, я не знаю, насколько вообще реально его выбить здесь. Но если он лежит в этом кейсе, скорее всего, реально. Но, типа, там... Но ты, тем не менее, стараешься. Тогда крафтить не будем, да? И, кстати, но... Если нам выпадет хотя бы фиолетовая пушка, это будет уже круто. Ты едь, пожалуйста. Да ладно. 306 рублей. Здорово, ребята, класс. Нас сегодня целый день, да, вот так вот не вести будет, или что, или хотя бы что-то где-то повезет там, я не понимаю. Чего не получается. 2000 осталось. Ну подожди, мы должны дожать этот кейс, мы должны, ну что-то... Не, выпал фиолетовый. Ну ты как лох. Чё выпало на 4 косаря? А, о! Астральный ё. Подожди, этот B90 стоит 3900, что? Ребят, огромного спасибо за совет, это был реально очень топовый совет. Олег, это жесткий. Мы с вами будем крутить эту коллекцию, потому что если нам выпадет еще что-нибудь... Еще М-ка выпала нормально. Олег, деньги проебываешь. Да нормально, сейчас поднимем, погоди. Не ну, Андрей, не ссы в трусы, сейчас все будет. Где таких слов понабрался? Идиотских. 300 рублей. Да не надо, Олег, все же, деньги так все. Да погоди, сейчас, подожди, нет, мы должны дожать. Нет, тактика рабочая, смотри, сейчас 100% что-то выйдет. Ну реально тупое. Стой. Ооо! Ну здравствуй, сладкий P90. Я не знаю, стоит ли дальше ее, ну, типа, просто там... Нет, нет, не стоит. Давай следующий. Давайте теперь тайное, перейдем на тайное. Это другие личности. Ой, парни, насыпало. Ой, хорошо. Ну, отлично. Так, и мы теперь можем открыть... Идем в апгрейд. Еще рано в апгрейд иди, погоди. Да ты сыкуха, бля. Да погоди, это какой апгрейд? Погоди, еще рано. Так, СГ... Ой, по-моему, прям совсем... Не, очень хорошо. И, кстати, мы то поднимаем, то сливаем, то поднимаем, то сливаем. Что за фигня? Олег, это как жизнь, она же, знаешь, как по накатанной, блядь. То белая полоса белая, то черная. Полоса белая, то черная. Сейчас у нас сегодня полностью день черный. Иди в апгрейд, пока деньги есть. Да какое, погоди, стой. Чтобы там мы сразу слили все и ушли. Да. Чего ты, Олег, что я показываешь тут голосок, блядь? Нет, парни, это... Хотя МК... Ой-ой-ой, погоди. Ой-ой-ой, иди сюда. Так, пацаны, теперь открываем VIP-кейс. Смотрите, VIP-кейс. И... Выбиваем АВП, скоростной зверь. Просто отвечаю, либо Юс, побитый подтверждено. Стрекайте, просто текайте. Я вам говорю, что так и будет, просто смотрите. Ты что делаешь? Иди в апгрейд. Ай, какая АВП хорошая, да. Слушайте, скоростной зверь. Ладно, давай попробуем в апгрейде. Так, апгрейд. О, у тебя еще крамбит. Ну, здесь это моя заначка, ты погоди. Это не заначка. Ты не смотри туда, слышишь, ты не смотри туда. Так, у нас есть... Ставим все, Олег. Пожалуйста. Какая дура, тупая, блядь. Что-то я не удивлен. О, кстати, там нормально сыпало.
Ну-ка, чё нам выпало? Только не говори, что это Т7 нам. Опа-на. А вот теперь мы, смотри, мы засовываем этот калаш в апгрейд. Давай, смотри, давай попробуем вот эту АВП Атимов за 7,5 тысяч рублей. А ты с этим говном всё зачем пришел позориться? Ну! Апгрейд удался. В игре, пацаны, да, отлично. Так, теперь мы продаем, открываем VIP-кейс. Отвечает, смотри, просто вот эта рабочая схема работает, ну, почти всегда. Почти всегда. И мы получаем... Ой, стой. Подожди, сейчас. Не, он мало, по-моему. Нормально, все, посмотри, давай. Ладно, в апгрейд идем, пацаны. Блядь, иди кидай его в апгрейд, да, у тебя осталось 200 рублей. Погоди. Просрешь, у тебя 200 рублей, Олег, оставь. Давай, Олег, 50%, давай, нормально, нажимай апгрейд. Вот сейчас нажимай, просто послушай меня, нажимай. Ну ладно, погнали, Андрей, если сейчас... Ой, хорошо, Андрюшенька, найс! Хорошо. Продаем. Открываем VIP-кейс. На потере пульса. Сейчас просто мы пока ничего хорошего отсюда не видим, я отсюда не уйду. Давай. Ну-ка. На бульон, получается, наваристый, ты хороший. Да, ну какой юз? Какой юз? Да блин! Какой бульон, Андрей, что? И тебе еще хватает. Когда делать, когда варишь куриную... А кто открывает? Нормально там? Кто там это? Конкуренцию составляет? Когда варишь куриную... Ой, стой! Погоди, сколько стоит? Опа! Когда варишь куриную грудку так, подольше, что? Да, минут 30, получается бульоночку наваристый, ты такой хороший. Че ты несешь, Андрей? Пацаны, мы забираем нож или играем дальше? Не, ребята, лучше остановиться. Я знаю себя, сейчас это... Вот лошара. Так просто не закончится. Сливается. Лучше остановиться. Слабый лох. Нет, все, на этом сегодня, ребята, все. Ну все, ты не кабан. Пусть будет приятно сегодня в конце ролика, за этот день, реально, день максимально ужасный, ребят. В общем, на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Андрюшенька, Индифай и Сережа Болото. Пользуйтесь моим промокодом COFE30 при пополнении баланса вам дает 30% балансу. Не забудьте подписываться на все наши каналы. Все полезные ссылочки находятся в описании. Да. Ребята, всем до скорой встречи и всем пока-пока. Чё, кого, бро? До скорой встречи. Всем пока.